Сегодня в Новосибирске наградили финалистов конкурса «Учитель года». Победители представят город на региональном этапе. Возможность всей педагогической общественности вот как раз показать, насколько ты вырос как мастер своего дела, как профессионал. За это отдельные слова благодарности нашим педагогам, которые участвуют. И я всегда говорю о том, что здесь нет проигравших. Каждый участник данных проектов, конечно же, это своего рода победитель. Конкурс проводят в 6 номинациях. Выбирают лучшего учителя, воспитателя, классного руководителя, музыкального работника, педагога-психолога и молодого преподавателя. Было несколько этапов. Открытый урок, беседа с детьми и родителями, дискуссия на заданную тему. Победителем в главной номинации «Учитель года» стал преподаватель истории Иван Данилко. Он получил 50 тысяч рублей. Но главное, отмечают педагоги, не награды и не признание. Безусловно, это огромный опыт коллег, которым мы напитались. То есть это абсолютно точная, большущая польза, которую здесь получаешь. И даже, наверное, не так важна победа, но опыт и те знакомства, которые мы здесь приобрели, это большего стоит. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!